понимаю, что на этом, наверное, Трамп не остановится, его сторонники и те, кто продвигают его. Ну это смешно выглядит. Ну, все-таки надо признавать вовремя свое поражение. Ведет себя, как я не знаю, крыс, который выгоняет из дома, она оттуда вращается. Приходит мысль времен Дикого Запада. У кого кольт, тот и сильнее.